полезное упражнение. Давай, Нелера, готовься. Делай ускорение. Так, заворачивай. Вот, давай, 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 добегай быстрее. Ну, ногами быстрее. Лера, готовься. Атака. Так, передача. Так, меняемся по диагонали. Отлично. Сейчас поменяли. Так, я сейчас просто возвращаю. Мяч сзади, может. Давай, 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 Андрюха. А ты наш мяч не взяла, что ли? Не, я его не взяла. Заранее, постарайтесь, заранее подготовиться ко всем вот этим ситуациям. В защите почетче. Да. Света, камера стоит. Потому что в игре у вас то же самое будет. Подготовьтесь, ноги включите, добегите. Здесь в защите. Если сложный мяч вам достается, что мы делаем со сложным? Выбиваем повыше вверх. Выбивайте сложные мячи, выбивайте, чтобы дать возможность по пасующим сделать передачу. Чем отклоняемся? Мы кисть удерживаем. Ногами быстрее, давайте быстрее ногами. Короткий накат. Мы делаем какой локтем движение? Нет. Если нам нужно сделать вперед накат, мы локтем какое делаем движение? Подвижные, подвижные, подвижные ноги, постарайтесь. А мне что делать? Пас. Готовьтесь, готовьтесь. К любому развитию событий вы должны быть готовы. Ноги сгибаем заранее. Ноги заранее сгибаем. Давай, 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 Света. Для того, чтобы это сделать, вы должны еще раз снимать заранее. За то касание, до предыдущего касания, вы должны занять вот такую позицию и сделать ускорение. Вы стоите вот так, ну типа у нас же простое упражнение, да? Вот вы так вот стоите, и ну, сейчас не успели, ну ладно. А как-нибудь сделать? Потом раз следует, но опять не успели. Вот у нас примерно вот такое вот какое-то отношение. Давайте упирайтесь, сделайте ускорение к мячу, чтобы было видно, что это ускорение. Атака, ускорение. Ускорение, ускорение, ускорение. Так. Ответим, чуть-чуть делаем поправку. Ускорение. Ускорение. Ускорение, Алина. Так, ускорение, Аня. Ускорение. Ускорение. За мяч, за мяч, за мяч. Самое первое, он сидит. Это больше похоже на ускорение. Сейчас там правый, кстати. Да, да, да. Потом говорит, что вот. А ты делаешь движение, ты выше, делаешь движение назад. Ты сделал атаку. Да, слышишь, разбегаешь. Момент касания. Оп, назад. Самое тебе нужно забегать, занять, что делать. Не, ну у Томаса была. Камера аккуратно. Мне кажется, еще дружелюбнее. Сойди. Он перестал войти. Четыре, да. Такая, вообще не хватает подвижности. Привет, ты к ней удался.
следующий раз. Я буду вбрасывать мяч вместо подачи. И, соответственно, у вас задача найти пустое место на площадке и попытаться туда попасть. Одно касание с первой командой. То есть сразу, когда у вас мяч, вы сразу отправляете первым касанием на другую сторону, желательно в пустое место. И пытаетесь 2 на 2. Одно касание. Соответственно, если мяч сложный, просто пытаемся вернуть мяч на сторону соперника. Если мяч более-менее простой вам достался, вы пытаетесь заработать очко, увидеть пустое место и направить туда мяч. Все на то. Все время готовы к перемещению. Все, ноги, ноги, поехали. Стоп. Лишним. Лишним. А что ты сказал, если мяч неудобный, а если удобный, то что? Тоже если мяч неудобный, мы просто переводим мяч как-нибудь на сторону соперника. Я думала, нижнее касание. Все, одно, все, все, принято. Одно нижнее принято. Касание. Внимательно слушайте. Поехали. Так, стоп. Какое из этих, какое из этих перебросов было сложно? А почему вы в руки направляете мяч? Все, мы поняли правила игры. Точно? Нам нужно забить мяч. Мы играем дальше. На забитие мяча. Вы должны отправлять мяч в пустое место. Поехали. Готовимся, готовимся, готовимся. Сразу, стоп. С первого же касания ищите пустое место и пытайтесь туда направить мяч. Не просто переводы. Это сложно. Это сложно. Ногами, ногами, доходим, давайте. А вдруг не перелетим, да? Ветер в ту сторону. Первый мы набрасываем в руки. А, что-то у нас все больше правил появляется. Тот точно не в руки был, который я еле достала. Кто-нибудь решите, давай. Ну ты без мяча стоишь, бери мяч, бери мяч. Все, давай. С той стороны набрасываем. Давай, ну готовься. Первый наброс в руки. И здесь сразу в защите ждем. Ждем в защите. Готовимся, бежим. Стоп, нижнее касание, нижнее оставь. Готовьтесь делать нижнее касание. Бегаем, бегаем опять. Ниже касаемся мяча. Ниже касаемся мяча. А, ветер куда дует?
заранее это проверяйте, до розыгрыша, а не после. Я бы даже на ветер не подумала. Да? Ветер куда дует, Алина? Подстроечку делаем под ветер. Сложнее. Конечно. Делайте, пожалуйста, вторые. Да? Вы делаете движение все время плоские удары, они летят в защите. Да, это вы будете делать высокие, которые будут падать за сетку. И то же самое. А если человек еще и короткий, который под сетку падает? А? Я говорю, если он короткий, еще и под сетку падает. Есть к чему стремиться, да, поехали. Ветер, ветер. В чем? У нас, ну, ага. Точности у меня не хватает. Делай с запасом тогда. Хорошо. Давай. Сказала, все, до конца играй. Давайте ногами, ногами поработаем. Опять получается, стоя на месте. Двигаемся, ногами двигаемся, готовимся, двигаемся. Касание. Делайте больше шагов, ниже ищите мяч. Ногами, ногами подвижнее, давайте подвижнее ногами. Готовимся, ветер куда дует, Алин? Ну, что случается с мячом, который Вера бросает? Он начинает от тебя отдувать. Заранее так касание делаем. Вот, давай, 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 давай. А движение-то где? На месте. Стоим, циркулем, крутим. Так, так, так. Движение делаем. С таким лицом и телом. Не было страшно. Сложу лежит человек, как это добивает. Два мяча я такая. Все то же самое. Ветром сдувает мяч, он попадает. Ничего нового пока. Есть, есть мяч, есть мяч. Все, отдыхаем, бьем. Всех хватит, что ли?
Давайте пока встаем. Два человека на ту сторону. Один человек здесь. В руки, делаем довод перед собой, выход с танцующего, передача и атака, начнем давить мяч, мы начинаем. Ты готова? Да. Все, держи, набрасывай, нет? Набрасывай туда в руки. То же самое, доводка, передача. Не в руки, нападаем, не в руки. Какой-нибудь удар, который ведет к тому, что... В руки, опять, значит, смотрите. Стоп, стоп. В атаке постарайтесь сделать движение с мячом, которое приводит к тому, что мяч не летит в игрока. Снизу, сверху, плечом, нога, все что угодно, но не в игрока. Давайте. А где ромбики у нас все вот эти? Куда все делать? Ноги, да, да, да. Ноги согнутые. Ой. Так, готовим ромбик. Руки, руки, руки. Поднимай, поднимай, поднимай руки. Да. Смотри, нам нужно убрать вот эти вот нырки. Нам нужно сделать ромбик, туда же. Ромбик. Да, ромбик, нога. Прошу даже как раз учили. Нет, мы прямо так делаем. Делать вот так. Из кармана достаем, да? Вот так, да. Медленно, медленно, медленно. С вами весь день практически снимаем. Так, готовим ромбик. Руки поднимай, поднимай, поднимай. Вот, молодец. Так, ромбик делаем. Ой, доводку четче. Ниже, 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 обрабатывай. Ага. Так, руки готовы, Лера. Передачу почетче давайте. Передачу почетче, первую в том числе. Ноги, ноги, ноги сгибаем. И вот здесь, вот смотрите, здесь уже начинает влиять то, что мы с вами делали в самом начале. Вы делаете движение с кермятом, мячу. Раз, два, и потом его как-то вяло продолжаете. Раз, падаете. Вам нужно фиксировать. Раз, два, зафиксировали, сыграли руками. Раз, два, зафиксировали, сыграли руками. У вас дальше движение быть не должно. Быстрее шаги, быстрее фиксируемся, делаем движение в мяч. Поехали. Опять быстрее, ногами, ногами, ногами. Сейчас опять нырок, Аня. Опять нырок. Вот, да, и сейчас попал, молодец. А, так, сейчас. Набрасывай. Не, набрасывай, набрасывай, набрасывай. О, предыдущее упражнение не прошло даром. Давайте, работаем ногами, работаем. Победа!
Молодец, Ань. Где-то ноги не выпрямляем тоже, да? В низкой стойке мы ищем мяч. Я понимаю, что ты ей говоришь. Когда там мяч, особенно среднее касание, делать, мы должны стоять вот так. Так, либо пальцами касаемся виска, либо мы локтями касаемся бедер. А вы стоите вот так. Какое может быть ускорение из этой стойки? Никакого. Один набрасываем. Готовимся, готовимся, готовимся. Готовимся, ниже стоечки. Бежим. Бежим, бежим. Опять мы в моменты касаний продолжаем двигаться. Из-за того, что у нас ноги работают медленно, мы не успеваем затормозить. Быстрее под мяч фиксируемся. Да вот, быстрее под мяч фиксируемся, передача. Быстрее под мяч фиксируемся, атака. Быстрее, быстрее, быстрее под мяч. Быстрее, быстрее, быстрее под мяч. Бегать? Да, давай, разминай, сейчас мы закончим. Быстрее нога. А где ромбик? Опять руки да, внизу. Вот это, что ж такое-то? Так, довели. Ромбик, 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 ромбик. Готовим. Ну, почему опять не то. Значит, вот смотрите. Вот. Вы можете верить, можете не верить. Но когда вы начинаете делать правильные вещи, те, которые я говорю, у вас начинает получаться. Вы начинаете делать какие-то свои вещи, и у нас все. Здесь расколбас. Да? Первое, что мы делаем, еще, когда у нас мяч летит, мы делаем ускорение, фиксируем и руками доводим мяч в точку, которую вы должны запомнить. То же самое на передаче. Ускорение и мяч в точку. Да? Стоя мы делаем, стоя касание, а не в процессе бега. Пошире, пошире, шарышки. Больше пас. Старайтесь прыжок делать, не перешагивайте. Делать. Прыжок. Я совсем. Давай, давай, заходи, заходи. Раз. Готовишь ромбик. Еще один, давайте розыгрыш и заканчиваем. Берем мяч. А, так, заплюс голень. Одна голень. Туда, другая обратно. Ногами быстрее. Давайте еще один. Ветер учитываем все время. Учитываем ветер. И поднимание бедра. Так. Одно туда, другое. Заходим, доходим, доходим. Четче, четче. Ногами быстрее. Все. Закончили. Все тяжело, но молодцы, продержались. Спасибо. Хорошо. Так, основное это ноги.